Где в республике жить хорошо? Ответ на этот вопрос дали результаты конкурса «Самый благоустроенный населенный пункт». За звание называться самым благоустроенным в этом году боролись населенные пункты 13 районов и один городской округ республики. Выбирали победителей по четырем категориям в зависимости от количества жителей. Учитывался ряд показателей от состояния дорог до экологии и работы служб ЖКХ. В итоге победителем в категории до 100 тысяч человек стали Вурнары. Второе и третье место поделили Урмары и Шумерля, несмотря на проблемы в отопительном сезоне у последней. В других категориях среди победителей Кугейская, Аликовская и Синьял-Покровская сельские поселения. Отрадно признавать, что в этом году у нас больше участников, чем в прошлом году. В прошлом году было 13 участников. В этом году 20. И это показывает то, что популярность данного мероприятия, она все-таки возрастает. Поселения и городские округа все-таки начинают больше внимания уделять вопросам благоустройства и социального развития своих территорий. Еще очень большой плюс то, что призовой фонд данного конкурса составляет 1 миллион рублей, что является довольно существенным подспорьем в работе наших муниципалитетов.